победить этого вайпера и показать хотя бы хоть какое-нибудь время для начала. Никакого у нас нет времени, поэтому монстру первый раз на прошлом этапе подкатили его при стартовую зону и выяснилось, что неисправна тормозная система. Сегодня был только один заезд. Поприветствуем Диму! Молодец! Путь! Сложнее управлять самолетом. Нормально. На пол педали. 10,2.